Я считаю, что Россия в последнее время делала все возможное, чтобы поддерживать дружественные отношения с США. Причиной возникшего конфликта является политика Вашингтона, которую он в определенном смысле продолжает проводить по инерции, поскольку военно-промышленному комплексу США необходим враг, чтобы оправдать свое существование. НАТО нужен враг, чтобы оправдать свое существование. Совершенно очевидно, что они спровоцировали эти события на Украине, чтобы заставить Москву пойти на ответные шаги и чтобы они могли сказать, что Россия представляет собой опасность для мира. Все враждебные действия исходят от одной стороны, не от России, а от Запада. Защищая свои интересы, Москва старается по возможности сохранять дружеские отношения со всеми.